ему 21 год, рост 174 сантиметра, официальный вес 65,3 килограмма, профессиональный рекорд в одном бою, одна победа. Базовый вид спорта ММА представляет Республику Кыргызстан. Приветствуйте в синем углу Калыбек Сыдыкалы! И его соперник в красном углу. Ему 20 лет, рост 175 сантиметров, официальный вес 66,5 килограмма, профессиональный рекорд 3 боя, 3 победы. Базовый вид спорта панкратион. Спортсмен представляет город Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация. В красном углу Басир Саралиев. Пойти в уклад. По углам, по углам. Поехали. Первое международное противостояние сегодняшнего турнира. Ну, киргизские спортсмены, в первую очередь, такие очень терпеливые, готовые продолжать. Тяжело, не тяжело, они обычно все равно идут вперед. Вот, технически очень по-разному бывает они оснащены. Тут, конечно, все надо от конкретной школы и спортсмена идти. Но конкретно сейчас есть ощущение, что чуть-чуть побыстрее, пособреннее на руках, а все-таки, по крайней мере, в этой первой минуте, Басир Саралиев из Махачкалы. Так, у него классически поставлен такая правый прямой, левый боковой. Раздергивает. Ну, вот как мы и говорили, любит действовать первым номером Басир. Ну, поддавливает. Да. Поддавливает, по крайней мере. Вот сейчас выжидает момента для акцентированного удара. Поймать где-то на ошибке. О, хороший правый лукик. А, ну и, собственно, правый лукик, я вижу, он может бить совершенно безнаказанно, потому что киргизский спортсмен так ставит ногу, что как бы не подразумевает защиту. И сейчас посмотрите, как пошатнулся киргизский боец Сыдыкалы. Басир буквально несколько раз он, скорее всего, травмировал серьезно ногу. Причем не факт, что в колене, возможно, в стопе. Он, видите, сейчас, внимание, он не может стоять на этой ноге. Скорее всего, он ее сломал. Сейчас похрамывает и добавляет лоу-кик. Ай-яй-яй-яй-яй, как плохо-то. Прям видно отсюда, что, вон, видите, наливается уже нога. Да-да-да. Есть перелом. Я не знаю, как он сейчас стоит. Еще добавляет туда Басир Саралиев и ближе. По-хорошему, тут уже в любом случае остановка доктором должна быть. Нога травмированная, травмированная. Там должны сейчас и подсказать, наверное, все-таки угловые Сыдыкалы. Есть в Ютубе много этих ужасных кадров, когда люди с перелом ноги пытаются на ногу встать, она подламывается еще больше. Несколько боев таких известных есть. И здесь вот тоже киргизский спортсмен, судя по всему, очень серьезно ногу травмировал. Причем в районе стопы. Мы помним Магомед Маликов, как травмировался в бою с Брэдом... Брэдом Роджерсом, если не ошибаюсь. Причем он сам ударил и сломал свою ногу фактически напополам. Вот так неудачно попала нога на... Ломается первая кость, ты ставишь ногу и за ней вторая. Андерсон Сильва в UFC, ну и еще несколько. Не хочется об этом, потому что травма это сильно не самое приятное, что есть в нашем спорте. И сейчас локти еще Саралиев включает, но этот поединок он прямо вот в одну калитку пока проводит. А, к сожалению, уже на старте вопрос, как мне кажется, сейчас уже, я извиняюсь, мне кажется, что на самом деле поединок уже закончен. На старте все решилось именно вот с этой, как я вижу по всему, травмой ноги. Сейчас уже не очень важно, что произойдет дальше. В перерыве, я думаю, даже если до него дойдет, бойца придется просто снять. То есть он красавец, то, что он сейчас сопротивляется, пытается работать, это все очень здорово. Я могу, кстати, ошибаться, но это сильно вряд ли. А вот сейчас попытка удушающего, шея захвачена, достаточно плотно прижат, да, спиной к клетке. Сдукалы, и все, поединок завершается очень быстро. Односторонним этот бой получился, конкуренции мы не увидели все-таки как таковой. Опять-таки
Во многом, наверное, это связано с тем, что получил повреждение киргизский боец. Смотрит он на свою ногу. Вот сейчас нет, он даже на ней стоит. Ну, наверное, такой сильный ушиб. Возможно, ну, будем еще. Серьезно, будем надеяться, что это ушиб. И сейчас на адреналине он пока. У меня было такое. Я, честно говоря, два раза в боях травмировал люди ноги. Очень неприятно потом это вспоминать. Удушающий.